Всем здравствуйте, ребята! Меня зовут Ваня Рассел, и это голый голос или голос микрофона. Сегодня у нас Дима Билан и Полина. Песня «Пьяная любовь». Я снимал реакцию, но я ее так и не выложил. Я считаю, что песня и клип «Пьяная любовь» — это лучший видеоклип 2018 года. Вообще, давайте предысторию. Ну, Диму Билана мы все знаем прекрасно. Кто такая Полина? Откуда она взялась? Я не знал. Смотрел я, был шоу «Вечер с Малаховым» или как-то так называется. Или «Привет, Андрей», короче, что-то такое. И там была тема про звезд, которые когда-то были популярны в 90-х, и что с ними сейчас стало. И была там одна артистка, не помню ее имя. Ее пригласили. Она начала рассказывать, как она живет, что ее дочь кого-то, она популярная в Америке, получила Грэмми, записала дуэт с Эмином. Я думаю, кто это? Типа какая-то Полина. Звезда европейской американской сцены Полина. Для всех зрителей телеканала «Россия» исполнит этот мега-хит, который получил Грэмми. И потом эта Полина говорит, что вот мы с Димой Биланом записали дуэт. Думаю, сколько она заплатила Билану, чтобы записать дуэт? Ну вот не верится мне, что вот Билан, потому что Билан говорил, что это он ее заметил, захотел с ней дуэт. Ну не верю я, не верю, думаю, что она и заплатила ему за дуэт. Потом я услышал ту песню еще до клипа. Они выступали на сцене под фанеру. Якобы живое выступление. Как можно говорить вместо лайва, как... а-ля лайв, короче. Ну, на сцене, но пели под фанеру, ну, понятно. Я подумал, боже, какая попсовая песня, вообще неинтересно. То есть, знаете, эта попсовая песня хуже средней, вот как-то среднего уровня. Вообще никакая, какой-то такой голос обработан странно. Ну, думаю, ладно, ну. И потом, как оказывается, они сняли клип. И я вижу, что они сняли клип. Я тогда смотрю, думаю, как они сняли на эту песню клип, думаю, в смысле? То есть песня, она ничего из себя не представляет. Обычная попсовая песня, даже неинтересная. Она даже на сингл не тянет. Клип мне понравился. Клип реально спас песню. Хотя на самом деле клип очень атмосферный, но песня все равно никак. И вот была «Новая волна», они пели под фанеру. Но, как вы знаете, выходят в интернете репетиции «Новой волны». Точнее, выходили. И репетировал Билан с этой Полиной. Режиссер сказал, что им нужно сейчас без музыки это все прорепетировать. И я представляю удивление этой Полины, что типа якобы сейчас надо вживую там пропеть свои строчки. Как спела она вживую эти строчки? Боже, меня аж перекосило. Думаю, господи. Тогда я в шоколаде. По кадру. Да. Но тогда нам нужно взять вас ростовым. Мы должны взять контровой. А лоб... Я тебя узнала. Вам нужно проверить саундчек, нужно? Я тебя узнала. Издалека я тебя увидела, я тебя прошла, тебя придумала. Это пьяная любовь, но-но-но, ты качаешь мне бровь. Это пьяная любовь, но-но-но, это пьяная любовь. Ну, мне не понравилось, как она поет вживую. Это сугубо мое мнение. Не знаю, ну такое. У нее такой, знаете, манера пения, как Матранг. Они бы сделали коллаборацию вместе, вообще бы гениальный дуэт был. Просто такие голоса. Не нравится мне ее манера пения. Ну, не то, что не нравится, просто я не вижу ничего такого особенного в этой манере пения. Ну, это сугубо мое мнение, никого не обсираю, не пытаюсь никого на них, на эту Полину натравить. И вот вышел «Вечерний Ургант», где они спели вживую. Они пели под подкладку, под плейбэк, который сзади еще шел их голоса, но они были очень тихо. Ну, я постарался отделить голоса. И давайте же послушаем, как поет Дима Билан и Полина песню «Пьяная любовь». Приятного вам прослушивания и мне. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите много-много комментариев. Я жду, я вас люблю, поехали! Я тебя узнала издалека, я тебя увидела, я тебя прошла, тебя придумала еще вчера. Ты пришел, я так ждала. Эту ночь хочу тебе отдать, я так хочу тебя обнять. Ты знаешь, где меня искать.
не могу прогнать я мысли о тебе. Я летаю снова, останемся на высоте. Мы уже уцели, так иди ко мне. Эту ночь хочу тебе отдать, я так хочу тебя обнять. Это пьяная любовь, никуда не деться. Ты сбиваешь бурю, стрелы прямо в сердце. Это пьяная в моей груди идет война. Не уходи, я так ждала. Остался след от губ твоих. И что, вместе? Пьяная любовь, это пьяная любовь, о, да. Ты качаешь мою кровь. Это пьяная любовь, о, да. Это пьяная любовь. Это пьяная любовь, никуда не денься. Не сбиваешь горы, стрелы прямо в сердце. Пьяная любовь. Ой, ну что я могу сказать? Песня на самом деле несложная в исполнении, да? Тут нету никаких нагрузок, ничего такого. Спокойненько поешь. Но Полина умудряется не попадать в нотки немножечко. И не понимаю, с чем это связано. Вот вы сейчас подумайте, что я настроен как-то против этой Полины. Вот вообще нет. Просто вот мне кажется, что только Билан вытягивает эту песню на самом деле. Вот смотрю я на эту Полину и вижу, что ей как-то вот некомфортно. Вот она не знает, как себя вести на сцене. Там вот Билан начала что-то завывать, и она там типа видно, что она под, ну, она не состоявшийся артист в России, скажем так, да, как личность, да, она не может себя раскованно вести на сцене. Я понимаю почему, потому что ее никто не знает, да, здесь. И ее еще не воспринимают как артиста, понятное дело. Вот вроде бы и живое выступление, но вот второй раз я его не хочу слушать. Вот мне неинтересно, ну ничего интересного нет в этом. Что фанера, что не фанера. Вот песня, она песня-то, она слабая песня. Вот только с клипом вот это все можно воспринимать, да? Вам так не кажется? Напишите ваше мнение в комментариях, как вы оцениваете их выступление, как вы оцениваете их как дуэт, как вокалист. Знаете, это и не рыба, и не мясо, вот так вот могу сказать. Моя оценка, если по 10-бальной шкале, то это 5 баллов в дуэт, если взять дуэт. Это не означает, что Дима Билан плохо поет. Нет, не означает. Может быть, Полина может петь высоко, может она, ей легче петь выше, да, может она еще покажет всем свой вокал. Но вот мое первое впечатление, оно такое. Ну, они же не будут, например, записывать второй сингл, да, вторую песню, снимать на него клип. Это уже будет как-то... Хотя все может быть. Но как-то, знаете, вот кажется, вот Билан тянет эту Полину, тянет, вы знаете, эта Полина никому не надо. Вот честное слово, этим организаторам, господи, они приглашают Билана, а Билан говорит, а можно вот и со мной там Полина, у нас сейчас такая песня популярная, «Пьяная любовь», типа, ну да, пусть приезжает, пусть поет. Ну, как-то так. Мне кажется, все насрать на эту Полину. Потому что, ну, это, мне кажется, что это не совсем правильно начинать с дуэта, да, свою карьеру в России. То есть, ну, вот она сейчас запишет сольную песню. Вы думаете, она станет хитом? Но это надо реально что-то такое вирусное записать, такое конченое, что нас любит народ. Чтобы действительно это, чтобы она как-то вот сама выразилась как артист. Она, как, знаете, артист, вот... за кадром, да? Вот есть много музыки, которые мы знаем, много песен, но мы даже не знаем, как эти исполнители выглядят вживую, да? Как они выглядят просто. Вот Полина вот с таких артистов, ей как-то сложно, мне кажется, будет вот сложно вырваться. Моя оценка 5 баллов, это нормально по нашей системе, это нормально, не, ну, такое. Но не поразило меня никак. Как может эта песня поразить меня чем-то таким? Спасибо, ребята, что посмотрели мое видео. Встречаемся уже скоро, очень-очень скоро. Я вас люблю. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои предыдущие ролики, делитесь моим видео с друзьями. Пусть они тоже знают, что есть такая рубрика «Голос с микрофона». И я, Ваня Рассел, который дарит вам позитив. Улыбайтесь. Я всегда говорю «улыбайтесь».
будьте позитивными. Просто пусть в вашей жизни будет добро, пусть светит теплое солнышко, и пусть у вас будет самый хороший контент на Ютубе. То есть мой. Пока. Вот еще наглость, трое сейчас.